Поступили вопросы, на которые я сейчас отвечу. Спрашивают, как вылечить простатит без аптек и дорогих лекарств. Одно из наиболее простых вещей и весьма эффективных – это прием тыквенного масла по одной столовой ложечке утром натощак. У меня были проблемы. Ощущалось, знаете, в промежности крайне неприятные ощущения, скажем так, как будто там кулак такой. И мне как раз Фетисов подсказал, он был на передаче, что, говорит, проблема с мастопатией у женщин есть, а у мужчин еще более серьезная, это с аденомой и простатой. Он как раз принимал, значит, это масло, посоветовал мне. Я сразу же после передачи поехал, приобрел его по столовой ложке. Через неделю я уже забыл о всех этих ощущениях. И прекрасно я себя чувствую. Поэтому это уже практический опыт, который можно брать, применять. Действительно, никаких особо дорогих лекарств, ничего такого нет. Но, тем не менее, эффект очень и очень хороший.